Всем привет, с вами Линк, вы на канале Гильдия Леммингов. Ребят, сегодня опять рубрика Toys, я продолжаю показывать коллекционные автомобили в масштабе 1 к 24 из металла с открывающимися элементами. Это двери, капоты, разные багажнички. Вот такая вот машинка сегодня у нас. Сразу, да, все козыри на стол. Это Porsche, ребят, Porsche 911 Turbo, по-моему, Carrera, нет. Porsche 911 Carrera, 1997 года моделька, масштаб 1.24, сделана в Китае компанией Borago. Вот. Это модель, ребят, легендарного автомобиля, 911 модели. Очень популярного аж с далекого 1964 года, и до сих пор модель пользуется спросом. Ну, кто не знает 911 Porsche. Вот. Я немного повращаю и небольшую историю про машинку, ребят, как обычно. Ну, немножко отвлекусь сначала. Колесики, ребят, резина. Диски пластик. Сзади вот движок, то есть вот эта штука, она как бы конструктор. Вот такой небольшой. Бурага тоже любит такие вещи. То есть движочек не просто выдавленный в пластике, а вот он полноценный. Вот здесь вот можно его увидеть. Ну, можно было бы его увидеть, если бы туда проникал свет. И можно было бы что-то бы там увидеть. Ну, неважно. Собственно говоря, есть двигатель, он нормальный, полноценный движок. Вот сзади выхлопная система, не запаянная, все по чесноку, все красиво. Ребят, цена машинки где-то $10-12, наверное, 10 ближе будет к правде. И маленький экскурс по истории, пока я буду вращать саму машинку, ребят. Фердинанд Порше, основатель компании Porsche, проектировал за всю свою жизнь и танки, и машины, и чуть ли не знаю, не ведра. Вот с мисками проектировал этот парень. У него с начала века существует компания, ну, очень давно, я не помню, в каком году они открылись, очень давно, ребят. И в компанию были приглашены сын, которого тоже звали Фердинанд, и внук, собственно говоря, которого, как ни странно, тоже звали Фердинанд. Вот, и вот ребята Фердинанды, скооперировавшись, начали строить машины. Volkswagen, кстати, была тоже их заслугой, ребят. И они выпускали Porsche 356 модель. Это, по-моему, была какая-то ли... Я не помню, в общем, какая по счету это была машина. Но это было не вот это, то, что вы видите. Это было скорее что-то похожее на кресло с такими вот ручками и круглыми фарами. Знаете, вот такое вот кресло в немецком стиле, на котором вот ездили тогда гонщики. Ну, в общем, очень мощная была машина, использовалась, как правило, в спортивных соревнованиях, повыигрывала кучу титулов. И вот, ребят, в 1964 году сын Фердинанд, ну, деда звали просто Фердинанд Порш, отца звали Фердинанд Антон Эрнест Порш. И сына звали Фердинанд Александр Порш. Вот такие вот, ну, разнообразные, я бы сказал, в кавычках, имена были, так сказать, семейство Поршей. И вот Александр, это самый младший, спроектировал, сконструировал, был дизайнером 911 модели.
вот, которая стала самым большим хитом компании Porsche, наверное, за всю историю. Она производилась вот с 1964-го, ребят, и по сей день, по-моему, производится. Хотя вот буквально в 2012 году дизайнер ушел из компании навсегда, вот, покинул этот мир, но тем не менее машина осталась, претерпела массу изменений, и из кресла такого с ручками чемодана превратилась в шикарную машину. Это не последняя модель, это 97-й год, ребят. Год, чем был примечателен Porsche, потерял свои круглые фары, и они стали более современные. То есть увеличена была колесная база, немножко переделан, перекроен движок, и машинка стала более современно выглядеть. То есть по сравнению с теми пылесосами, я извиняюсь за выражение, да простят меня поклонники Porsche, я не очень люблю машины из-за их вот этих вот круглых фар. Мне очень нравится турбо, мне нравятся вот Carrera, ну, последних лет мне нравятся Boxster и современные дизайны, но вот эти классические Porsche 911, это просто печаль, тоска, напоминает мне какой-то ЗАЗ. В общем, что-то такое похожее на, ну, не знаю, на то, что машиной очень тяжело назвать. Это чисто внешне, ребят. На самом деле машина очень мощная, очень крутая. Вот. И по тем временам, и сейчас она считается одним из таких флагманов, я бы сказал, спортивного автостроения. И все знают, что Porsche — это круто. Это мощно, это дорого, это круто. Вот. Тем не менее, 97-й год, ребят, промежуточная модель. Вот она перед вами. Такая спорткупешка четырехместная с очень мощным движком. Там под 420 лошадиных сил, ребят. И там максимальная скорость до 300 км в час. Разгон до сотни за 4 с лишним секунды. То есть это показатели очень крутой машины. Ну, которая и является, собственно говоря, Porsche 911. Вот такая вот машинка, ребят. Больше про нее сказать мне нечего. Еще раз вам ее покажу и буду заканчивать. Стеклянные фары, все очень неплохо. Печалит одно: в модели от Бураго нету открывания переднего капота. Он запаян наглухо, и неизвестно, что они там прячут. Вот, возможно, это что-то. Отклеился номер. Ну, такое тоже бывает. Ну, а с вами был Линк, ребят. Я прощаюсь с вами. Мы увидимся в следующем видео. Всем пока.